Выполнено исследование. КТ-ангиография грудной аорты с контрастным усилением. Епомира 370, 100 мл, скорость 4,5 мл в секунду. С реформатированием в трех плоскостях и реконструкциями в объеме. Клапан аорты без явных обезвреслений. Луковица аорты не расширена, коронарные артерии не обезвреслены. Восходящая часть, просвет 3,8 см, в просвете не выявлено дефектов контрастирования. Стенка не обезвреслена. Дуга аорты, ширина просвета 3,1 см, выявлена обезвресленная атеросклеротическая бляшка в области отхождения левой подключичной артерии, умеренно суживающий ее просвет до 0,5 см, локально, на протяжении 0,8 сантиметра. Сужение не более чем на 20% по насце. Остальные сосуды дуги аорты без особенностей, не расширены, в просвете дефектов контрастирования не выявлено. Нисходящая часть аорты, просвет 2,8 см на уровне TH5 и 2,4 см над диафрагмой. Атеросклеротическая бляшка 0,2 см шириной со стороны передней стенки на уровне TH7. Умеренно выраженное уплотнение легочной ткани в дорсальных отделах, гиповентиляция, гравитационный эффект. Участков повышения плотности легочной ткани по типу мастового стекла, по типу консолидации, а также объемных образований не определяется. Пневматизация легочной ткани не изменена, обычно, без признаков эмфиземы. Ветвление легочных артерий типичное, контуры их четкие. Бронхи на видимом протяжении проходимы, визуализируются просветы бронхов 3-4 порядка. Стенки их не выглядят утолщенными, без признаков наличия бронхоэктазов. Увеличенных патологически измененных лимфатических узлов средостения над- и подключичных подмышечных не определяется. Мягкие ткани грудной стенки в объеме сканирования в целом без патологии. Жидкостного содержимого в грудной полости не выявлено. Травматических и деструктивных изменений не определяется. Дегенеративные изменения грудного отдела позвоночника. Неравномерное снижение плотности печени от плюс 20 до плюс 35 единиц Хаунсфилда. Заключение. Атеросклеротическая бляшка в области отхождения левой подключичной артерии от дуги аорты с сужением просвета на 20%. Атеросклеротическая бляшка в средней трети нисходящего отдела аорты без сужения просвета. Жировой гепатоз. Дегенеративное изменение позвоночника.